Это моя первая игра в Саранску с Мордовием в 2012 году. Сначала эту первую игру очень все странно было, потому что приехали из чемпионата Англии в Германию, где прекрасный новый стадион, и прилетели в Саранск на такой маленький стадион. И так, сначала чуть-чуть странно было, но сразу привыкнулся. Всегда самое важное – хорошо сыграть первую игру и выиграть, конечно. И только о этом думал. Конечно, получилось, что забил, был счастлив. Прекрасно помню, как это было. Думаю, был у нас угловой. И сам Эдов дал короткий пас Šiškinu. Šiškin прекрасно подавал. И я головой забил. Думаю, это для 3-1 было. Что это? Большинство этих игроков больше нет здесь, да? Никого нет. Билич, видимо, так думает, потому что он сейчас дал 5 всему своему тренерскому штабу и общается со своим. Борис, который непосредственно играл с Чорлукой, проиграл ему борьбу, а другой... Проиграл борьбу, что? Нелегко, ну. Растерянность, просто расстрел. Два человека было рядом. Вот что значит большой мастер, поигравший на самом высоком уровне. Как сказал, хорошая подача была, все. Я хорошую позицию выбирал, и просто так получилось. Но не думал, что каждую игру буду забивать. Хотелось бы, но плохо подаем. Если бы лучше подавали, может быть.